Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Розе. Кратце, просто быстренько расскажу, чтобы не напрягать ваш мозг, юный. В Украину пришел русский мир. Как вы знаете, или, возможно, не знаете, куда приходит русский мир, там разрушение и убийство. Это факт. Кто скажет противоположное, плюну в лицо. Так, но я не об этом. У меня как бы игровой канал, это просто предыстория того, где мы играли. И почему так долго не было скама. Я очень люблю игру скам. У меня есть друг, с которым мы играли раньше. У него был ник Волчок. Но после прихода русского мира он жил под Киевом. Ему пришлось оттуда переехать. Из-за того, что там разбомбили ту квартиру, где он жил. Но остался целый его комп. Он вот его перевез оттуда и решил поиграть. Мы залетели на скам-мародер, на мой любимый сервер. Но мы решили там поселиться около свалки. Видно, поселились очень близко, что не советую делать вам. Тут такие же ошибки не делайте, как я. Надо селиться где-то подальше от РТ, от дорог. Потому что мы поселились около свалки и прямо около дороги. Ну там был куст. Ну видно, тот куст может не прорисовался у кого-то. И он увидел эти два ящика, что там в кустах стояли. Потому что там было 160 тысяч евриков. Мосинка, М1, комплект гелика, броник, короче, ну заряженный. М-ка, да, М-ка 16-я там, с ококом, с глушителем тоже, со всеми обвесами. Патроны, куча ресов. Кто-то нашел это место. Ну, соответственно, лут пропал. Но мы не отчаиваемся, потому что, ну что тут, ну бывает такое. Может читер, может кто-то на машине ехал, увидел. Может парашютист упал прямо в куст и нажал таб и увидел два ящика. Все возможно. Но мы не отчаялись и пошли на новый PvP-сервер, потому что в скаме происходит и постоянно происходят метаморфозы, то улучшается графика, то новые механики интересные. И захотелось мне поиграть, то что вышла обнова с большими пушками. Кто не знает, вот видосик я сразу закинул, чтобы посмотрели, что за пушки вышли. Мы решили пойти на PvP-сервер, на польский PvP-сервер. И как это было, смотрите дальше. Ой, 6, блядь, голубцы на свежий, 6, мне хреново. И что, ты подивися, что ничего нема, да? И будешь довольный? Вообще. Ты ж такие довольные, что ж. Прям капец. Так аккуратно, понял. Эти зомби женского пола особенно на колбасу кидаются, когда она привстает. Но... У них инстинкты сохраняются, просто животные вот эти человеческие. Ну, ты что, не видел это видео? Вот, типичный алкаш, то же самое. Мужик падает на пол, если пьяная баба рядом идет, ну его баба. То она сразу делает свое дело, но... Ну, то же самое тут. Типичный случай. Что? Что тут скажешь? Оно бежит, бежит, бать. Бачу, бачу. Нет, ну. Ебать, спринтер, нахуй. Бешеный, блядь. Что, дурак, что? Что, на тебя как будто ходит, ебать, а не бегает. Я так как видел, то понял, с аниме такой ножками переставляет, такой чик-чик-чик-чик-чик-чик. Я так спиздил, блядь, называется картина, знаешь? Ну все, теперь будешь отрабатывать, ебать, че? 100 тысяч. Теперь ты мой раб. Кать, лечить пациента. Нет, пульса! Сука, мы его теряем, доктор. Нужен этот МРТ, блять, аппарат. Бля, всегда мечтал мачету раздеть, мой. Сука, блядь. Давай сервак менять, хули. На какой? Давай, ну предлагай. Я ж не знаю, ты шаришь. Нихуя. Все какое-то. Хуйха! И махвё! ПВП. ПВЕ. Хуйха! Хуйи! А? Это что за... О, польский. Польский.
О, давай. Там курва мать ей, блядь. Что мы ему писюн большой надо сделать? Обязательно. Так, выносливость 2,8, силу 2,8. Ловкость больше надо. Не, нахуй. Интеллекта больше надо. Не, нахуй. Да, интеллекта нам больше, потому что он не лечится. Ой, не учится. Женщина или мужчина? Кто я буду? Я буду... Хера Сапиенс. Да. Скрытый режим. Фу, блядь. Фу, я только что гуся его увидел. Опа. О, писюн будет расти со временем. Вот это мне нравится. Что, фармим очки и в один этот полетим? Квадрант. Так, братан, я... О, так тут ПВЕ зона, слышишь? Я во ноль. Куда летим? Где откиснуть? На кирпичку. Каменный нож. Погнали, блядь. Сразу мачете есть. Да, сука, аж ты ж читер, блядь. То есть донатер, донатер, не читер. Я таких всегда ненавидел, блядь. Мне, сука, сразу, блядь, у них преимущество во всем, блядь. В смысле, а шо у меня сразу 41 очко уже, блядь? Слушай, я только нож создал, у меня плюс 40 очков, блядь. Блядь, просто 3 очка за то, что куст порубал, блядь. 51 очко уже. Там на сервер за for fun. Що ти польською позориш? Я тебе просто не розумію, блядь. Я тільки знаю курва і все, блядь. Курва, блядь. Слушай, курва і блядь, це ж одно і то же. 25 очков, слушай, охуєнчик. Дешево. Случайний ноль. Блять, я около завода треснулся. Ну почти у завода. Я туда долечу сейчас. Что? Это чтобы два? Да. Так мы в аэропорт. Бля, а какой лучше DLSS включать? Ультра квалити, квалити, баланс, наверное, да? Элло. Шо, шо это за хуйня? Респансы, что ли, блядь? А что они пишут? Ты шаришь? Ты шаришь, ты ж ездил туда. Купи, блядь, ты шо, придурок? Чего? Ну ты ж ездил в Поляндию на заработок. Ты сказал, что тим это джигало ездил робить. Ну тебя пригласила, блин, дама такого, короче. Толстая, короче. Килограмм 150, а то оказалась не дама. То оказался дам. Ты сказал, на такое не подписывался, двойная цена, она тебя зажала. Оно. Оно, да. Ну, в итоге тебе понравилось все равно, ты же говорил, помнишь? Ты Питер, блин. Нет, ты Питер. А, Питер? Это ж имя такое. Питер. Кухонный нож, ну все, пизда. Дим. Так, почему такая темень, сука? О, слушай. АВП нашел, блядь, в шкафу. Миленький мой, ты горишь весь во вкусе. Рядом с тобой. Поцелуй ниже, ниже. Хоть ты зомбак. Да, сука, дохни, слышь. Дохни. 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 Сука. Я нашел что? Две коробки 308. Жалко, что тут нет. Понял, шпината, ебать. Ебал, понял, как моряк попай, блядь. На стрельбище.
Я? Нет. Я домики лутаю. Еще один АВП. Хорош. Все шкафы в АВП, блядь. Хорош. Все, бля. Заряженный. Ебать. Опа-па, а знаешь, что я нашел? Что? Лимазин. Блять. Коллиматор охуенный. Он как раз станет сюда. Заебись. Угу. Обоссал вышку, пометил. Так, это, короче, гайд от волчка, как надо лутать аэропорт. Хватит пилюлей. Что? Гайд, как отхватить пилюлей. Давай в следующий, да. Сейчас забей кучами. О, 45-ки. О, М9 патрон. Привет. С магазин. О, 40. А, блядь. Говно. О, колчан военный, бать. Крыса. Шо в смысле, крыса? Хорошо зашел. Да, начало хорошее. О, ВСС, фонарик. Да, охуенно. На репакам. Мне нравится этот сервер, слушай. Не кастеты. Воздей коробкой, блядь, а? Болтов. Могу мешок на... О, черные патроны на дробовик. О, штаны зеленые, красивые. Сейчас еще ботинки найду. О, пром-1 мина. О, новая пушка. ВС-2С. Нельзя коллиматор. Одеть. Ну, со своим, короче. Говно. Бля, если найду обоймы, патроны, починю ее нахуй. Бля, ну я уже забитый. Забитый, что у меня там что-то. Что? Бля, я не с той стороны вышел. Ну, дурак же. Что? Я ВМ кажу. Охуенно. О, коллиматор, а? Да. Хорошо, все скинул. Забыл, согрелся. Бля, одни шляпы, сука. Намекает, типа, шляпа. Опа, это шо? Бля, пойма на М16, говно. О, блок 21. Есть магазин. Огонь, есть патроны, бля. О, блядь, я нашел патроны на эту хуету. О, нашел. Сука, слушай. ВП-сервак, да как будто понял.
После у того x 1,5, ну, наверное, x 10, блядь. Нет, на x 10. X 10 как-то находишь. О, а 6,9 нашел. Это у тебя такой, да? Ты убил, да? Не пополняю, быстро мне хера не лай. Что тебе надо? На, коллиматор. И обойму мне жены. О, хорош. Цел, там патрон еще не было в теме. Вообще. Патроны черные. А. Наска. Бля, может пром мину поставить? Один... Мы сюда не вернемся, да? Ну, короче, Сашка, если шо, я за ней забуду по-любому. Вот ты дырок, сука. Ты дебилоид, ебать? Я сказал, поставлю, блядь, мину, блядь. Давай хоть клеем сниму. О. 15 очков, спасибо. Смотри. Самолет, слышишь? Угу. Слышь, самолет, блядь. Там где самолет? Самолет стоит посередине, блядь, алло. Я знаю, лишь. Шо, лишь, полетели, блядь. С патроном. Да я в СТО сгоняю, нахуй. Я побег. Я пусть найду, канистра, братан, канистра 7 литров. Полетели, сука, экшон, нахуй. Обсайбл? Да, да. Бегло быстро. Че, мы полетим, слышь? Или его подождем? Угу. Подождем его? Попробуем улететь. Давай подождем сначала. Ну, надо... Шо? Поехали. Бля, я уже не помню, как им летать, бля. А я сяду. Я бачу его. Тихо. Він отстреливаем этой. Заправить. Він може побачить. Жди. Заправляешь? Да. Слушай, он так долго заправляет. Нашел. Что, летим? Да. Блять, нахуй подождали бы, блять. Ну. Что, разорвало? Ну, заводи. Давай, давай. Ты шо, ебать? Ебать ты. Херня. Ты шо, вообще ты не знаешь, как им управлять или чё? Блять, он походу коцанный был вообще капец. В смысле, ты врубался просто, блять, и взорвался. Він не повертав. Так а зачем ты въебал вовсю, блять? Я ж думав, він виверне. Ебать.
Ебать ты, Алёша. Взяло в ебало вовсю, блядь. Ебало в стену, как дурное, вот на адреналине, блядь. Блядь, вот ты так само въебал сейчас все. Нет, я, блядь, по-нормальному. Я два раза вперед ебанул бы. Ты чуешь, газ, блядь, как работает дамаг в самолете, в чем, блядь? А ты знаешь, как там газ робы, блядь? Типа крутишь два раза вперед, и он начинает потихоньку взлетать. И знаешь, когда вот, например, блядь, правое крыло ему ебнешь, ее начинает тянуть вправо, блядь. Да. И тики что не заворачивал, блядь, я тебе шо кажу. Так а нахуя ты ебал газ, блядь? Ну секунду. Вася, блядь. Тачка. Что это? Я чув, тачка, блядь, завелась. Нет. А я чув. Молодец. И шо теперь? Понимаете, тут, блядь, бункер. А шо, блядь? Хорош. Ушку найти, блядь, якусь. Двушку? Да хотя бы двушку, блядь. Перду. Подушку-пердушку, блядь. Шо, не иду. Подыхай тут. Буду подыхать молодым. Ебать ты за... Ебать ты на казачка похож, блядь. Реально казачок, блядь. Давай поможи, блядь. Слушай, надо это... Без полку, блядь. Отлично, наверное. Найдешь пухлишка, скажешь. Ой-ой-ой-ой. Блять, я нож не мог взять. Где там троечка, блядь. Там второй. Второй застрял. А второй он бежит, чешет, блядь. Ух, сука. Счастливый, смотри. Давай, я закрываю. Оружейка, о. О, нашел этот, слушай. 40-46. Два блока нашел. А толку? Ремка может. Ремка на самолет. О, АВП, сука, АВП, обойма. Баран идет на барана. Такая у них вот судьба. Баран барану не баран. Баран барану баран баран. Бать мачете реальный хапол. В этой шапочке, блядь. Ты посмотри на него, блядь, в уса, блядь. Мече, когда это каже, вот когда КСБ каже, слава Украине! Там герою слава! КП прицел, сука. Чё? Ты летаешь, о, конечно. Слышишь? Сзади, сзади! А где он? Откуда он? Закрывай, закрывай, закрывай! Да ты подохнешь, блядь. Блядь, я сейчас кинусь, ты придурок, блядь, там ще, блядь. А! Слышишь? А чё он сел, блядь? Я же сказал, блядь, там щек. Да я не чу, блядь, я уже нажал, блядь. Просто нажал. Когда ты сказал. Шо нажал, блядь? Сказал, блядь. Поцель, блядь, твою мать. Сука, это пиздец. Блядь, поэтому нахуй не люблю, блядь, если, сука, с кем-нибудь ходить в ебани бункера, блядь.
Блять, ебаный насос. Ну ты ебать, ты только что взорвал меня на самолете, ничего страшного. То такое, то может. То на самолете там крыло было подпитано. Блять, ты дупло, блин. Одно дело, коли, блядь, по физике, блин, игры, блядь, самолет заруиненный, блядь, починить по ну, в смысле? Блядь, а надо. Я уже нажал открывать дверь, и ты потом сказал, блядь, ну... Ну, что я сделаю? Брось. Дверь закрою обратно, чё, шо, блядь? Ну, блин. Ёбнули сразу, побачим, что звёздочка, надо сразу обработать. Чи... Таким макаром, блядь, сука, пописать на ранку, чё, шо, блядь, нахуй, ты заебал, блядь. Блядь, найди абсент или спирт. Ты не умничай, блядь. В том и суть, блядь. Так найди, блядь. Бля, они все на... Блядь, ебать ты курва, блин, просто, так блядь. Они все на тебя бегут, я шо, виноват, ебать? Блядь, еб... Я не могу взять, а чё? Да смотри, они на меня даже внимания не обращают, ебать. Им просто похер. Блять. Просто похуй, что я бегаю. Ой, фу, нахуй. Сзади них, ебать, они на тебя все прыгают. Да, бля, все потому, что я мексиканец, блядь, чи шо, я не пойму, блядь. Да, дискриминация, блядь. Они пиздец, блядь. Зомби-расисты, блядь. Прикинь, блядь. Они за правый сектор просто. Сука. Меня ебано, блядь. Ебать ты злой, просто неимоверно. Ну так шо он маленький, блядь. Вообще, просто Саша сегодня на негативе, блядь. Прикинь, тебе шляпу откусит, блядь. Ой, блядь. Шо, дурак? Шо вы на бить не ем, блядь? Слышишь? Рассинхроны, походу. Ну хрень, блядь. Или у тебя, понял, нож затупился. Угу, да. Бля, это какой-то фиаско, блядь. Зомбаки на тебя рыпаются. О, наконец-то нашел скорем. Отремоч. О! Полетел самолет. Вот сюда в этой тени его. Давай собьем, блядь, его. Давай. Смотри, блядь. Где он, сука? Пизда им, блядь. Правда тебе дадут пилюлей, блядь. Стой. Главное попасть, блин. Да, блядь, фуй, далеко. Вот тут сколько я. Баран Питена, барана. Такая у них вот судьба.